Сегодня в 18 часов Центральная избирательная комиссия Чувашии подвела итоги прошедших накануне выборов. Напомним, что в воскресенье 13 сентября в Чувашии, как и по всей России, прошел единый день голосования. В 24 регионах страны выбирали новых главсубъектов. В 21 путем прямых выборов и в 3 голосованиях в местных парламентах из кандидатур, представленных президентом страны. Сегодня Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования. Наша съемочная группа только что вернулась с заседания ЦИК. Члены Центральной избирательной комиссии Чувашии собрались на итоговое заседание. Результаты выборов можно считать состоявшимися только после подписания протоколов и сводной таблицы. Эти документы изготовлены с использованием системы ГАЗ-выборы. Система ГАЗ-выборы, она автоматически суммирует все полученные результаты. У нас протоколы участковых избирательных комиссий вводились всю ночь. Михаил Васильевич Игнатьев получил 362 301 голос избирателей, которые пришли на выборы. Николаев Олег Алексеевич 81 453 голоса избирателей. Шурчанов Валентин Сергеевич 70 553 и Субботин Константин Сергеевич 18 515 голосов избирателей. И с вашего разрешение. Я подписываю первый протокол. Вплоть до инаугурации Михаил Игнатьев будет считаться избранным главой Чувашской республики. Еще одна обязательная юридическая процедура – принятие постановления. За документ проголосовали все члены республиканской ЦИК. 12 голосов «за». Решение принято. С этого момента Михаил Васильевич Игнатьев является избранным на должность главы Чувашской республики. Похлопаем.